В стране сохранится прохладная погода, утверждают синоптики. Столбик термометра по-прежнему будет держаться на плюс 17-20. Ночью опустится до 6-12 тепла. Небо над страной затянуто облака и даже грозовые тучи. Судя по всему, зонт в предстоящие сутки станет аксессуаром серии must-have. Осадки прогнозируют во второй половине дня. Ветер будет дуть с запада со скоростью 5-10 метров в секунду. При порывах усилится до 14. Под утро синоптики обещают слабый туман. Землетрясение магнитудой почти 8 баллов произошло у берегов Аляски. Эпицентр располагался в 100 километрах от городка Перивиль. Отголоски подземных толчков зафиксировали в городе Анкоридж, расстояние до которого составляет порядка 800 километров. Позже власти США объявили об угрозе цунами для прибрежных районов в радиусе 300 километров от очага. Информация о разрушениях и пострадавших пока неизвестна. Туристы на пляже в Сочи сняли на видео водяной смерч. Воронка приблизилась к суше. Порывы ветра повредили пляжное оборудование. Никто не пострадал. Позже смерч распался. Завтра в Бобруйске ожидается переменная облачность, возможны дожди и грозы. Ветер западный, скорость 6-8 метров в секунду, с порывами до 12. Днем столбик термометра поднимется до 19 градусов тепла. Ночью похолодает до 11 со знаком плюс.